население Красного Яра составляло 158 человек, но с каждым годом людей становится все меньше. Жилых дворов осталось не больше 40, детского сада нет, школа закрыта, дети ездят учиться в более крупные деревни, а молодежь уезжает в город и не возвращается. Красный Яр окружен дремучими лесами, переходящими в болото. Мама Вари вернулась домой около 6 часов вечера, но дочь дома не обнаружила. Она подумала, что дочь ушла гулять с подружками. В 7 часов пришел муж с работы. На 7 час. Но 14-летняя Варя домой так и не вернулась. А уже паника началась. Живем в поселке Красный Яр. Я работала за клубом библиотекаря по совместительству. Я замужем, муж работает в котельной. У нас 2 детей, 2 дочери. Сколько у нас родилась крупная, маленькая родилась. За дочку умостилась. Варя у нас скромная, при людях в чужих очень скромная. Так при своих может свой характер показать. Дома она как хохотушка, болтушка, вот такая вот, шабушная. В школу туда приходит, мне учителя, воспитатели говорили. Вот если бы мы ее не знали, какая она же вообще мышка-мышкой. 31 мая 2022 года у 14-летней Вари начались каникулы. Старшая сестра еще была в Перми на учебе, а родители на работе. Около 4 часов дня Варвара...